баллада «Бумаги», они немножко искренне, они в разное время написаны, но они по своей структуре очень похожи. Это вот раскладывание жизни на какие-то, в общем. Баллада «Бумаги». Что сказочный сюжет неповторим, я осознал, горланя акапелла, покуда рвал несчастных братьев грим, бумага подчинялась и терпела. Мне скоро 7, я не аспирант, душа еще светла, не огрубела, на пропись клякса падала с пера, бумага подчинялась и терпела. Сны про девчонок комкали кровать, но вслух не проронив ни децибела, я начал это с кровью рифмовать, бумага подчинялась и терпела. Богемных сводов мрачный антураж, трясущийся рукой оторопела, я полчаса подписывал тираж. Бумага подчинялась и терпела. Лет 60 строчил, как верлок, но подустал и рухнул, переспела. Скончался гений, молвит некролог. Бумага подчинилась и стерпела. А отпрыск мой, ссылаясь на цейтнот, без устали я ракеты в терпе, затаривая строчками блокнот, задаривая строчками блокнот. Бумага подчиняется и терпит.